2003 году. Мы так давно не отдыхали. Мы так действительно давно не отдыхали. Хачо, Кубдари, Абхазура, Хали, Мужужи, Гочи, Чукмирули и Хинкали. Могу еще перечислять, не стану. А после обеда настала весна. Солнце пригрело гирлянды носков и пеленок. Куда ни посмотришь, по направлению к Свану, к Менгрелу, видишь каких-то 2-3 десятка вечно зеленых. Вайме, ну их-то вид узнаваем, ели, ну пих-то, короче, сосна. Вечно зеленых 2-3 десятка, так не лесочек, но чуют, где тут топор, где тут лопатка. И если танцуют, то не в присядку, скорее лезгинку. Тянут мысочек, все еще держат спину. Можно вас попросить, чтобы вы мне похлопали потом? Можно ехать, замышляя вновь из этих мест побег, Эльбрус смутно представляя, Эльбрус там, а тут Казбек. Можно выдумать до кучи песню черкесы, казака, чтобы пелось в ней про тучи, грозовые облака, про какой закат багровый, про какой расклад херовый. Я не пробовал пока. Если хочешь, сам попробуй спеть о местных наворотах. Кто забрал, кого берут, чье же там лицо под маской. И про надпись на воротах белой краской. Здесь живут люди. Просто здесь живут. Чисто надпись белой краской. За деревьями кустами, за машиной или из. После нашего проезда через 20 что ли минут, как отметить это место песней танцем, птицей танком, чтоб запомнилось с тех пор мне 47 чуть теплых гильз, и кто в форме, кто в гражданском, с помутневшими зрачками. Да, вот здесь, да-да, вот тут. Чего вы сразу напряглись? Может, кого другого ждут? Может? Встречи с нами. Встречается замечательный поэту, журналисту Елене Фанаевой. Объявление для сученных. По прошествии тучных, до конца неизученных, все, что будет, не точно. То ли шутки их площе, то ли нравы их проще. Просто так напророчено. Так чего же соваться нарочно? Просто переходи осторожно. Не волнуйся пока. Будет несколько тощих, повторяя точь в точь их. Все в пределах ГК. Затянув поясок, ой, потянем мысок, ой, до самых, до пидорских веток, до высокой, до звездки, гашеной и звездки, до промерзших еловых креветок из числа иностранных разведок. Постаревшие бляди говорят об оплате, к ремеслу приучив малолеток. Ой, пока не померкло, занавесить, что ли, зеркало, пить напоследок. Кто пахал, кто бухал, кто стакан, кто бокал, но одна всем улыбка шакалья, а кто им не чита, тем проводит чита, как по диким степям Забайкалья.